Чаще всего россияне интересуются государственным Эрмитажем. Во всяком случае, такой вывод сделали аналитики Яндекса, посчитав количество запросов пользователей по памятным и культурным местам нашей страны. Рейтингами платформа поделилась с телеканалом «Сургут-24». Специалисты Яндекса включили в список 2295 культурных объектов. Храмы, музеи, памятники, парки и так далее. Тюменская область с 14 достопримечательностями тоже оказалась в перечне. Отбирали в список объекты, если у них есть страница в Википедии, а также пользователи сделали за год относительно каждого не менее 500 запросов. Итак, самыми популярным в России оказался Государственный Эрмитаж. На второй строчке – Московский Кремль. Следом идут Большой Петерговский дворец и Мамаев курган. В Тюменской области больше всего запросов пользователи сделали по Тобольскому Кремлю. Серебро у Тюменского драматического театра замкнул тройку лидеров – сквер сибирских кошек. При этом, сообщили аналитики, среди достопримечательностей региона больше всего театров, в то время как в целом по России лидируют музеи.